Сегодня у меня очередная распаковка. Гора посылок. Большие посылки, маленькие. Я знаю примерно, какие тут посылки пришли. Некоторые я ждал. Ну, начну с самой манюсенькой. Мне ли это? Оп. А, это такой фокус с пальцем. Детей пугать. Ну как-то не особо. Ну палец так выглядит более-менее натурально. Вот тряпочка. Вот это вот. Я думал, реально тут кровь будет. Ну так себе. Ерунда, короче. Найду, дам ссылку в описании. Стоит это копейки. Ну, палец нормальный такой. Ну, кто как. Так, еще это было. Камень черная. Что здесь? Под мелких я не знаю, что там. А, это лодочка с Пандау. Лодочка и домик такой. Опять же, не буду на них заострять внимание, на эту ерунду. Это для интерьера. Ссылка я, скорее всего, дам в описании. Так, опять что-то маленькое. Нет, еще меньше были. Или не было. Вот это откроем туда. О! Вот эта вот вещь, она быстро довольно пришла. Вот. Странно как-то она. Вот это я не ожидал, честно говоря. Это лего-дракон или динозавр. Сейчас я его соберу. Я его собрал. Динозаврик он с Джума был. 80 рублей штучка. Ну, очень он... Очень добротный. Двигается очень здорово, не хлюпает, не люфтит, тут даже у него челюсть так открывается, челюсть открывается, качается голова. Вот это да. Честно говоря, еще хочу заказать таких. Стоит, кстати, он. Так его можно поставить, он стоит. Там разные модельки. Ссылку дам в описании. Вот эта вещь хорошая, мне очень понравилась. Так, здесь... Ага, здесь у меня ручки для велосипеда тормозные. Очень доволен я динозавриком. Думал, будет хуже. Буду заказывать еще. Такие они пластиковые. Буду менять свои старые. Что у меня сейчас нет переключателя скоростей, мне не нужны. Я поставил мотор 4 года назад. Скорости убрал. Одна звездочка спереди, другая сзади. Легкие. Кстати, тоже рекомендую. Ссылку дам. 164 рубля обошлись мне ручки. Это что-то интересное. Сто шестьдесят четыре. Пара ручек. Здорово. О! Ну, эти души для велосипеда обычные. То ли сказал, то ли опять подарок. Ну, она стоит там 90 рублей, не везде есть. Не буду даже ссылку давать, наверное. Даже не это была не сидушка для велосипеда, а покрывашка, чтобы легче было ехать. Я пользуюсь. Так, это... Ого! Очень давно это шло украшение. Очень. Месяца 4, наверное. Что? С Пандау или
или жума. Ну, тоже копеечная такая штучка. Эльфиева башня. Я думал, нож застрял. Скорее всего, жума. Вот такая. Может, не как он называется? Вот такая красивая вещица. Украшение. Осталось три больших посылки. Начну с квадратной. Нет, вот это. Раз взял ее, тут устройство для делания супа, так сказать. Потом сниму видео, какие получились суши. Кто подписался, тот его увидит. Еще, особенно если еще колокольчик поставить. Упаковано очень здорово. Много этой пленки. Ссылку дам в описании на эту штуковину. Дождик прошел. Вот она. Тут все должно раскрываться. Так, сейчас определюсь. Все проще, чем я думал. Вот так она крепится. Сюда вот мы заносим. Там что там, рис. Еще рыбу. Закрываем. Закрыть сложнее, чем открыть. Закрываем. Такая, тут надо приноровиться. Вот, все. Это сюда. Но это все не на весу, чем положить. Не на весу делается, конечно же. Все. И выдавливаем. Так, хоп, она отсюда выйдет, ролл. И режем его. Надо будет попробовать. Попробую, сниму видео. Тут, кстати, еще крышка. Вот такая интересная вещь. Посылки сегодня интересные. Так, которые я заказывал для дела. Кстати, этот сушиделка, она стоит где-то 400, стоит где-то 300 или 200. Но ссылку дам в описании. Так. Неужели это такое маленькое то, что заказал? Посмотрим, то ли это. Я даже боюсь, что это такое. Если это то, то я буду очень недоволен. Надеюсь, это не оно. Вот, упаковано оно, конечно, тщательно. Надеюсь, это нет, надеюсь, что-то другое. Да, это, я думал, это котелки. Это чай заваривать, это кашу варить. Ну, очень маленькие, конечно, удобные. Такими ручками. Ну, для одного. Собираюсь вести детьми. Ну, в принципе, зато не маленькие. Удобно то, что много не нести. Так они помещаются друг к другу. Сейчас я измерю, сколько они. Высоту. 9 сантиметров. Тут 12. Так, вторая. Я для чая все. Ну, в принципе. 12 и 6. Нет, для одного это самое то. Ссылку дам в описании на эту вещицу.
Так-то оно очень удобно. Так, ее. Костер положил на камни. Вот это только, правда, пластик. Вот этот. Надо немножко это двинуть, чтобы не сгорело. И чай варится. Или в этот чай. Стоило на 500 рублей, но, в принципе, мне кажется, она стоит своих денег. Если с детьми, вот мы собираемся втроем идти в лес, мне кажется, будет маловато. Ну, если по очереди, им, себе, что-нибудь там кашку сварить с мясом, вполне. Если одному ходить, так вот это за глаза. Одному ходить сюда вот, кашу, здесь чай. Все. Забыл, может сказать, там еще губка прилагалась в наборе. И она была такой сеточки. Да, вот попихал, помыл. Обычно устанавливаемся около ручья. Помните, или озера. Помыл, поел, помыл, все. И в путь дальше двинулся. Если в палатке, то спать пошел. Следующий у меня это матрас для палатки. Собираемся кисточевкой. Палатку уже заказал себе. Я никогда не ночевал в Мурманске в палатке ночью. Обычно мы под открытым небом спали. Вполне приемлемо. Но с детьми, думаю, не очень хорошо будет. Ночевали, нас дождь застал. Да? Нам было не очень комфортно. Мы всю ночь не на рыбалке сидели, а дрова рубили. Вот матрасик, он такой... Мешочки. Запаха никакого нет. Тоненький, правда. Но я думаю, он теплый, алюминиевый. Сейчас я его измерю и скажу, какой он размер. Обещали 2 на 2. Измерил. 2 на 2 матрас. Жду. Рюкзак. Жду палатку и двину в лес на 2 дня. Ну, может, на 3. Нет, первый раз пробую в субботу выйти, в воскресенье прийти, чтобы потренироваться перед приездом детей. Она не приедет, мы с ней пойдем тоже с ночевкой. Надо найти какой-нибудь хороший ручей. Ну, или на озеро сходим, если не дойдут, на 4-е. Там, может, удочку покидаем. Не знаю, как получится. В всяком случае, видео покажу. Удочку тоже заказал. На балке я хожу редко, но хожу. Все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Впереди еще много распаковок интересных.